Блин, это ржава. Отвяг! Мы голодные, нам не дали сардельки. Да, а когда мы голодные, мы злые. Да. Через неделю, да? Отвяг! Мы голодные, с нами не поделились сардельками. И злые, а когда мы голодные, мы очень злые. Да. Я сказала не то. Блин, это ж надо было сделать один априкот. Ну хорошо, идем. Ты че вообще что ли? Ты не должен с ней идти. Ну. Мам, так нечестно, ты стоишь и ржешь. Так нечестно. Блин, теперь я ржу. Ну, классно она нас обдурила. Знает наше слабое место. Да-да? Ага. Вот мы. Что-то это джинса. Ну что, исправила отличниц? Ну что, исправила свои двойки отличниц? Что? Чего ржете? Романтик! Она пахнет тобой! Это твоя петрушка, фу! Романтик! Это твоя петрушка! Она пахнет! А она классно целуется? А ты с ней... А она классно целуется? А вы с ней целовались? Да ты подумала! Я настоящая вся! Ты с меня очки сбросила! Да они сами упали! А сами? А ты должен быть довольный. А ты недовольный. Сейчас уже я довольная, подожди. Они смотрят? Что у вас такие эти довольные? Эй, да кому это домашнее задание вообще нужно? Давайте тихонечко сбежим на перемену. Ребята, прямо сейчас ехать. Мы же сказали! Отвянь! Что ты? Мы же сказали! Нам пофиг! Отвянь! Ну смотри, я это, завтра 3000 жду. Ну! Да, а я думал, камеру повернуть. О, романтик! Закрой! Тишина, девочки! Я вам сейчас даю восковые полоски, чтоб через 5 минут ваши ночки... Ночки. Блин, я вам последний раз в этой жизни помогаю. А еще что-то сказать. Ребята, да что вы вообще такое говорите? Секунду, ребята, да что вы вообще такое... Да Даша, хватит уже со своими подписчиками общаться! Они и так поняли, что нужно поставить лайк и подписаться на канал! Не съезжай с базара, Даша, да хватит уже со своими подписчиками общаться! Они и так помнят, что нужно поставить лайк и подписаться на канал! Не съезжай с базара, спортсмен тебе не... Спортсмен! Я не могу сказать спортсмен! Настя, скажи мне, пожалуйста, какие мальчики, какие Сначала поцелочки, потом мальчики! В общем, девочки... Ой, ты тут тоже есть! Ты пидрызня! Ребята, я там такое только что услышал. Ты спортсмен от Настюхи. Обо что ты? Да не обо что, просто скользнул. Дань, пожалуйста, аккуратно. Так вот именно, что не у него проблемы, а у нас из-за него проблемы. Да ладно, идем, сами разберемся. Откройте, это не батан, это натаха. Блин. Блин. Подождите. Джессика Кэт, там это... Блин, хотел сказать Спартак.
спортсмен. Евгений Егей... Евгений Евгеньевна. Какое вно? Евич. Романтик, я что-то очкую. Да не очкую. Не ржи. Ну чё? Блин. Ну чё на этот раз, а? Да-да-да, я такой, ну чё, а потом, блин. Чем ты заржал, Артём? Ну что на этот раз? Когда ты пытаешься быть серьёзным. Что такое? Сейчас, секунду. Нет, мы его с романтиком целый час лепили. Нет, мы его с романтиком целый час лепили, блин. Не, посмотрели друг на друга, начали уходить. О, Даша, спасибо, что ты мне напомнила. Так, как-то моя прабабка учила. А, добавить немножко своей любви. О, та блина! Мне теперь смешно. Слухи? Что за слухи? Да ну нет, меня к такому жизни не готовила. А ну стоять! Натаха! Что Натаха? Натахи никто не убивал. Да что ж ты будешь делать с этой Натахой? Евгений Евгеньевич, а когда мы с тобой поженимся, сколько ты бы хотел себе детей? Не себе, а кстати. Плохо, очень плохо. Слушай, так Натаха постоянно хавать носит. То бутики, то котлеты. Котлеты, да. Опять котлеты. Скажи сосисончики. Да, сосисончики. Итак... Забыла, хотела сказать про смены. Понимаю. Итак, спортсмены. Да твою ж мать! Еще раз! Бутик подним, что приклеилось? Тыцки, дрыцки, все. Цицки, трицки, дыцки. Подожди. Вернись, Коля, что довольна? Ты шо? Так я довольна, что не встречаемся. Смешно. Подожди, я еще ржу. Я говорю, смешно. Я говорю, смешно. Потом ты такой, а ты там пушапы носишь. Я говорю, это не смешно. Ты такой, смешно. Я такая, ну и все. Такая, ну ладно, ну. Ну. А ты че ржешь? Это не смешно. Смешно. А ты вообще пуста. Че ты гонишь? Какой итальянец на Ламборгини в нашем пердопопукинске? Че ты заливаешь нам? Че ты гонишь? Какой итальянец на Ламборгини к тебе в наш Пепе. Че ты гонишь? Какой итальянец на Ламборгини в нашем Первотопопубинске? Первотопопубинске. Ну, ботан, я такое не слушаю, как где? Жека, диктуй, что берем на море. Колбасу берем? Берем. Я забыла. Ниточка, а на ниточке ключики. Она их прячет. Прячет. Она их прячет, чтобы мы их не забрали. Она так все. Так это не проблема. Вы что, не знаете, где... Прячется оно. Оно прячется. Джессика Кэт, простите нас. Да, мы придурки. Да какой? Что ты? Реально.
Да все хорошо, Даша. Я думала, как это будет. Натаха с одним... С одним. Потом с другим. А потом с третьим. За ним. Как Натаха думала? Ну, побегаю немножко за ботаном, побегаю, позабава. Ты представляешь, как Натаха думала? Пауха. А ты представляешь? Ты спердысь! Он меня влюб! Я вообще здоровый... Что ты делаешь? Брови попробую. Что ты мне расскажешь? Еще что-то про меня плохое? Нет, сейчас будет твое плохое настроение. Что ты мне собираешься рассказывать? И какая я... Подожди, стоять. Ого. Стоять. Все, грустненько, грустненько. Что ты выдумываешь? Я этих 5 бутербродов... О, о, вот это я понимаю! Показывай давай! Как рукавы еще взять? Давай, давай! Шерсть есть?